Архитекторы, строители и ученые из разных регионов страны собрались на отчетное собрание Приволжского территориального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук в Оренбургском государственном университете, чтобы подвести итоги уходящего года и обсудить насущные проблемы. А проблем много. Во-первых, первое – это градостроительные проблемы. Второе – сохранение культурного наследия, восстановление памятников культуры, восстановление памятников церковного зодчества. В Оренбургской области реализуется немалое количество государственных программ, направленных на благоустройство общественных пространств. Есть и такие, по которым регион занимает лидирующие позиции. Наша область отмечена одной из основных приоритетов – городская комфортная среда. Мы входим в пятерку лучших. И на прошлой неделе губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Верхова приглашали в Совет Федерации, Российской Федерации, где Оренбургская область была признана третьей. К нам приезжают за опытом. Мы понимаем, что путем привлечения, в том числе сотрудников нашего госуниверситета, нам удалось создать уникальные проекты благоустройства, начиная от набережной реки Урал, спуска к реке Урал и заканчивая уже дворовыми территориями. Оренбургские градостроители и ученые УГУ представили научные доклады о сохранении архитектурного облика исторического центра города, об использовании современных ресурсосберегающих технологий в производстве строительных материалов. Советник Академии, проректор по научной работе УГУ Виктор Жаданов рассказал об инновационных подходах к возведению зданий в экстремальных климатических условиях. Я особо хочу отметить, что суть этих принципов распространяется не только на северные широты. Она актуальна для большинства регионов России, в частности для Оренбургской области, которые также отличаются суровыми климатическими и сложными геологическими условиями строительства. Ученые Академии стремятся аккумулировать универсальные технологии для их дальнейшего широкого использования в разных регионах России. Еще одним важным направлением деятельности является развитие архитектурно-строительного образования, подготовка квалифицированных кадров. На базе УГУ с 2016 года действует представительство Российской Академии архитектуры и строительных наук. Основа есть. Это и наш факультет АСП в составе Оренбургского университета, и те многочисленные архитектурные бюро, которые костяк которых составляют, конечно, наши выпускники. Несомненно, будущее архитектуры, градостроительства и строительных наук зависит прежде всего от того, какими специалистами станут те наши студенты, те наши магистранты, которые сейчас обучаются в наших стенах. И вот такого рода совместная работа в системе непрерывного образования – это очень важная задача, надеюсь, и Приволжского отделения Академии, и нашего университета. Считаю, что данное собрание…